трудов. Васянь, выходи. Повтори сальто. Давай. Где он? Давай сюда его. Давай сюда. Давай мне. Давай. Вот. Пойдем. Масяня! Масяня! Масян? Где твоя ракушка? Масян? Друг игрушка. А ты куда он делся? У них тут семейные квартиры. Их квартиры здесь, Масян. Семейные квартиры? Да. Масян, Масян. Кто должен это быть? С пробуксовкой. Чумачечий кот. Это мама ракушка. Видишь, она маленькая. Папа большой, а это мама ракушка. Котоконь! Эй! Где ракушка? Где она? Он прячется, прячется. Шкирится. Давай, выжидай ее. Масяня, где ракушка? Где она? Вот места-то тебе полно, да? Погоняться, побегать. Вот их домик, вот. Вот ракушечий домик. Ракушкин дом. Если еще место, сразу будет еще больше места. Иди, бери, какая тебе. Чего? А вы спрашиваете, кто тут кровать двигает, да? Не донес. Забирай, забирай, забирай. Дай мне поиграть тогда. Да я поиграю. Ну дай. Я не поиграю. Сейчас заберу ракушку. Я буду играть ей. Спрятал игрушку под кровать. Ты почему такой жадный? Не доставайся же ты никому. Как теперь быть? Берешь такой вид. Дети. Итак. Ой, боже мой. Нашли. Не смейте покушаться на мою игрушку, да, Вася? А если я ее сейчас заберу и унесу с собой, Потерял. Пасть открыв, как крокодил. Он ракушечку схватил. Запыхался кот.
А, ну пойдем на месте поставим. Или посадим. Нет, не маму, папу. Мне папу больше нравится. Она побольше, да. Это конь. Аккурат с перил затормозил, да? Отдохнул немножко и с новыми силами продолжил. Где крабомама? Где крабомама? Где крабомама? Крабомама, идет за мышкой, идет за мышкой, крабомама. Нападение крабомамы на мышку. Развозил куб. Раскидал, расшвырял. Ох уж этот кот. Крабомама, иди сюда. Крабопапу он утащил к себе туда, в домик. Асян. Крабомама. Ушла. Все, унес всех в дом. Не всех. Всех? Не мама, всех. Папа. Крабопапу. А крабомама вот. Нет, они ее с собой не берут. Там у них мужской, чисто мужской коллектив. Асян! Все, устал. Устал, кот. Устал, кот. С такими заносами. Вам бы задние колодочки поменять, молодой человек. Тормоза. У вас киль сносит. Остается за двоих. Аж язык на боку у кого-то. Кого-то тут аж язык на боку. Ты, блин, аж свалилась. Масян. Чума, блин. Все, разодрал уже? Прокусил? Чуть-чуть. С когтем, наверное. Или когтем. Все? Кот, все? Зайчик, на что снимать? Опа, а там нет никого. Опа, куда они где? А где они, Мэсси? А где они? Может, они дома? Где крабомама? Потерял. Такой детский уголок у него. Кошачий. Да, уголок. Какой кошачий уголок, просто класс. Все 33 удовольствия. И пищащие, и крякающие, и просто пушистые, и мячики, и игрушки, и веревки. Еще только нет. Масян, и откуда только они не приехали к тебе, эти игрушки? Пошел, запыхался, пошел водички попить. Ай, бессовестный, ай, бессовестный, а. Тебе не стыдно, Мэс? Мэсси. Очень пить хочется. Иди сходи на первый этаж к себе, попей. Это финиш просто. Кот.